Воспитанники лицея номер 3 вместе с преподавателями, представителями администрации и ветеранами вспоминали события, ознаменовавшие начало войны. Многие настолько прониклись скорбью момента, что не могли сдержать эмоций. По словам педагогов, воспитанию патриотизма и любви к родине в лицее уделяют большое внимание. Такие мероприятия, которые позволяют детям вместе с ветеранами, вместе со старшими прочувствовать эти события героические, важные, они воспитывают в детях и патриотизм, и любовь к родине. Собравшиеся на митинге вспомнили и кровопролитные бои, которые проходили в горах Индюк и Симашка, откуда привезли горсть земли, которую перед возложением цветов отсыпали у отреставрированной стелы. Помимо нее, в Хотинском районе в этом году в честь 70-летия Победы были отремонтированы 15 памятников, построены мемориалы в парке Фрунзе в селе Пластунка. По словам властей города, несмотря на то, что юбилей Победы уже позади, ветераны будут продолжать уделять должное внимание и оказывать адресную помощь.